І так поліція вже прокладає куток, тільки що взяв корону, і вже замахується на другую. Якщо ви не зламаєте його з розвершчика, як вважаєте, стане ли він королем стыда? Думаю, що у нього є всі шанси. И вот долгожданный миг настал, аплодисменты и крики зрителей не стихают. Райан Купер пришел с улицы и утер нос лучшим. Ого, да вы только посмотрите, он настроен серьезно. Король финала с нетерпением ждет старта. Атмосфера накаляется. Да. Рио настолько уверен в себе, что рискнул поставить на кон свою Эва-10. Да уж, он даже мысли о проигрыше не допускает. Итак, первый заезд. Один из соперников отправится домой с короной в багажнике. Вы готовы, друзья мои? Поехали! Так, сейчас они стартуют.
друзья мои, но я же говорю, что этот заезд пройдет в историю. Райан Гутер только что совершил невозможное, прервав 4-летнюю серию побед в его Матанаме, и должен сказать, что это не было случайностью или везением. Впрочем, его величество пока что не растет с картой, и имеет все шансы ее отстоять. А вот и Рёва Танаби, настоящий маньяк Фанком. Его любимая фишка вырываться вперед в последний миг, когда, казалось бы, уже все потеряно. Не пропустите. Ух ты, вот это да, вы только посмотрите. Вот это дым. Эй, друзья, сейчас все начнется. Встаньте, друзья мои, гонка началась. Серьезный водитель, приветствуем Рёва Танаби. Как я уже говорил, он очень крут, особенно в том, что касается дрэга. Следите за ним, не пожалеете. Вот это да! Смотрите, дабы и господа. Ух ты, да, это же проливается костей. И вот они столько. Где боится дать газ, и уж то, что не боится спалить движок, у него это сплошь и рядом получается. Ну да, да, Райан Гутер! Да, на сегодняшнем гонках супер того, что нас ждет немало сюрпризов. Новички оказались весьма крепкие ребята. Зря что ли они сюда приехали? Свежая кровь, свежие силы. Итак, добро пожаловать, рад вас всех видеть. Ой, да, что за? А, ты чё? Это а? А вот и Рёва Танаби, настоящий маньяк за рулем. Этот парень ставит рекорды повсюду. На любых гонках он автоматически... Эй, выйди в библиотеке, громче! И вот они, Чарльз Фирм. Вы слышите это прикольно?
Я смотрю, наши новички вполне способны бросить вызов ветерану. Вот, например, для Райана Купера это вполне первая легальная гонка, но у него богатый опыт уличных бит, он собирается в полной мере применить на суперпомощник. И его сегодняшнее выступление обещает быть очень и очень интересным. Итак, посмотрим. На сегодня у нас отмечено... Ладно, ребята, отвлекитесь на минутку, прогуляйтесь на дискотеке. Там такие девчонки, вот такие девчонки. Вот-вот начнется конкурсу пальму. Не пропустите. А через 10 минут, кстати, нас ждет показательный заезд в суперпромошн. Так что постарайтесь везде успеть. Серьезный ваш бог. Серьезный водитель. Приветствуем Рёма Танаби. Когда этот парень садится за руль, он просто сходит с ума, а значит нас ждет замечательнейшее занятие. Яркое, незабываемое выступление. Да, это Райан Купер. Ну-ка, давайте все вместе начнем. И вот оно. Ух ты, вот это да, вы только посмотрите, вот это ты. Так, секунду, да, вот и флаг, вот и флаг. Настоящий маньяк за рулем. Я просто обожаю следить за его выступлениями на четверти мили. Этот парень просто жжет. Вот это да! Смотрите, дамы и господа! Эй, друзья, ваш вот, сейчас мы начнутся. Встаньте, друзья мои! Райану Куперу сегодня предстоит водка всей его жизни. Райан проиграл для одной гонки за целых 4 года, и сегодня Купер развенчал миф о его непобедимости. Если он продолжит тот же дух, Райан придется на... А вот этого гонщика стоит опасаться. Итак, Райан Ватанабе. Он любит ходить по краю, и это часто приносит ему победу. Да, он не боится залить так. Мараща! Слышите этот рёв? Слышите? Yeah.
Знаете, ребята из Дитра Цинк сейчас набирают быстро, летают три вахтаришки. Райан Купер один из основных претендентов на их шоу, так что Купер не выпустит свой шанс. Обратите внимание. Теперь можно продолжать. Что же мы продолжим на скорой встрече. А вот этого гонщика стоит опасаться. Итак, прием в Атанабе. Этот парень способен справиться с любым соперником. Немногие могут сравнить с ним с чего. Мы уже видели несколько замечательных поединков. Первый самый был сильный и хороший, но самое главное, что впереди. Так было всегда, так будет и сейчас. И просто отлично сегодня попался делать за Райан. Не успели мы завершить второй круг, а он не сколько по-вашему здесь легальных башни? А по-моему их гораздо больше. Смотри, Купер пришел к ливеру, принеси себя. Поздравляю, он совершил еще один последний ход. Я старался заострить сил, но ничего не мог поделать. Впрочем, ярость придает силы. Кто знает, что мы увидим в последующих заездах? И теперь только два... Что? Подожди. Да, чё я? Две сотни машин, толпы визжащих девчонок, фокус купали. У меня голова сугубит, сколько всего происходит до сегодняшнего супер-пауф. Вот это я понимаю веселье. С вами Джей Мак, и мне нужна передышка. Через четверть часа будет очередной заезд, а вы слушаете музыку, а хотите чего-нибудь выпить, переключите в конце канал и возвращайтесь. Обратите внимание, в заезде участвует Райан Купер.
смотрите, смотрите, друзья мои! Сегодня здесь происходит нечто особенное. С утра я сделал несколько прогнозов и хоть на один подтвердился. Новые участники Фига Promotion смешали мне все карты. Думаю, до конца дня один из них точно побывает. Серьезно, Машина? Серьезно, Вадик? Приветствую! Рио Матанаде! Интересно, что он сегодня выберет. Смотрите, как они Я смотрю, наши новички вполне способны бросить вызов ветерам. Вот, например, Дравай Лукупера, это вполне первая регалия гонка, но у него богатый опыт уличный мид, он собирается в полной мере применить его суперпорожек. И его сегодняшнее выступление обещает быть очень и очень интересным. А вот этого гонщика стоит опасаться. Итак,
Рё Ватанабе. От его дрифта болельщики просто сходят с ума. Все выверено по миллиметрам, не пропусть. Да, гонщик занял позицию, он готов к старту, сейчас начнется. Вот так, друзья, можем решиться. Так, поднимается скорость. Да, небрежно, небрежно проходит вот этот поворот. Так, машина явно пытается приблизить. Она, конечно, осталась на ходу, но пробита. Ох, Купер чересчур затормозил перед поворотом. Молодец, Купер. Да, у этого парня здесь не очень-то много друзей. Но гонщики готовы, они ждут, и вот старт! Вот так, друзья, покажем лучшегося дыры. Эй, это дрифт или трек? Давай покажу вам зону. Смотрите на это, прямо хоть снимают черты, и выйти идеально. Купер, как ты его сделал? Это просто сумасшествие. А вот этот парень действительно знает, что делает. Приветствую! Ну-ка, еще немного. И вот, друзья мои, вот то, ради чего мы все собрались. Смотрите, вот горка началась. Вот это красиво. Иногда Купер чересчур затормозил перед поворотом. Ох, да, не очень часто стоит этот поворот. Ну что ж, друзья, смотрите. Это дрифт или трек? Давай покажи нам зону. For the ending night. Sprinter cut to the side. Что он не везучий, одна девка. Сегодня он уверен, но ведь делает так же, как и делал на всех прошлых гонках. Он отлично поступил в Нимани и не собирается опускать, как говорится, планку в Токио. Впрочем, о победе говорить еще рано, а Трио всего можно ожидать. Если вы еще не заметили, я сейчас не буду. Где я остановился? Даже может остановиться все больше и больше. Сколько у вас на силу? 8? 10 лет? Я работаю здесь уже 10 лет. Я помню времена, когда оттуда получше собиралось едва ли сотни дырки. Мы тогда сами таскали генераторы, носились по округе, следили, чтобы все прошло как надо. Все оборудование на зимних грузовиках и куча облавы просто бросали. Веселое было время. Исторический заезд, господа. Сейчас Купера отберет корону Рё Ватанабе, или король в очередной раз докажет свое превосходство. Рё уверен в себе и поэтому поставил на кон еще и свою Эва 10. Последний заезд. Грипп Рейсинг 1-1. Ставки высоки, как никогда. Это будет совершенное безумие. Не пропустите. Так, похоже. Ну что, вы дождали? Получите! Да, очень понравилось. Слайд, смотрите, видео первым будет. Thank you.
Машина едет по дальности. Она, конечно, до победы! Вот так проходит мирская слава. Так погибают великие. Вы, я слышу, тоже не можете в это поверить. А Лад Купер пришел сюда с ночных улиц родного города. И сегодня состоится его коронация. Рио проиграл не только титул, но и отличную машину. А Лад Купер забирает все. У нас новый король, господа.